Привет всем, дорогие мои видеослушатели, видеозрители, видеослушатели. Короче, всем привет. Так вот, сегодня у нас такая бум-новость по поводу сахарозаменителей. Все знают, что такое сахарозаменители, они там нас от диабета спасают, вау-вау-вау, вообще. Ауты и конец. Без них мы все от диабета сдохнем. Но это такая принятая установка. Так вот, спешу с вами поделиться, нифига подобного. Оказалось, как выяснили ученые из института Вейцмана, это израильские ученые, израильские институт такой. Вот эти самые хваленые сахарозаменители, там ксилиты, сорбиты и прочие биты, они абсолютно не помогают нам, а наоборот, они способствуют набору лишнего веса, они способствуют преддиабетическим состояниям организма, они угнетают и меняют состав микрофлоры кишечника. И что интересно, их постоянное употребление человечеством усиливает глобальную эпидемию ожирения и диабета. Потому, кстати, и диабет молодеет, вот, что детишечкам нашим маленьким детское питание кладут, я извиняюсь, не настоящий сахар из сахара, пусть даже коричневый, пусть какой угодно, а подсластители. Вот, поэтому ученые провели вот это вот исследование, всех заинтересовало, что такое и как бороться с массовой толщиной, жира слишком много накопилось, и выдали такие вот результаты, что, конечно, есть некоторые люди, которые имеют нечувствительную микрофлору к искусственным этим подсластителям, но 99% человечества к этому делу чувствительно. Поэтому, дорогие мои, не хотите получить диабет и кучу проблем, не ешьте и не пейте продукты и напитки, так называемые диетические, синтетическими подсластителями. Это не сахар, пользы не принесет, будет только вред. Если кому-то интересно, можете набрать в гугле, в поисковике искусственные подсластители, и на вас вылится столько очень интересной информации. Вот. Кстати, о таких вот результатах в будущем когда-то говорили профессора и врачи Тбилисского онкологического центра. Вот. Говорили они о том, что да, действительно будет эпидемия диабета. Как видите, те врачи были все-таки менее продвинутые, но более правильные. Вот. Так что натуральный продукт вперед, ура, к натуральному. Всем удачи, ребята!